Дани Восточный федеральный университет рад представить магистерскую программу «Русский язык, литература и духовно-нравственное воспитание». Программа организована по модульному принципу, всего 6 тематических моделей, в каждом из которых есть 3 основных дисциплины – русский язык, литература и культура, и другие курсы, такие как управление проектами, география, история – все это расширяет представление о сегодняшней России и ее культурном наследии. В образовательном процессе предусмотрены посещение музеев, галерей, театров. Магистрантам также будет предоставлена возможность участия в образовательной экспедиции по России. Выпускник программы сможет работать в сфере образования, преподавателем русского языка и литературы, в сфере культуры, туризма и в области международного сотрудничества. Вы готовы начать раскрывать тайны России и разгадывать русскую душу? Давайте делать это вместе и ждем вас в стенах ДВФУ.